Итак, что у нас? Project Winter, проект, мать его, зима. Это многопользовательская игра для 8 игроков, говорит нам Steam, основана на социальной маскировке выживания. Что скажу я вам? Короче, игруля прикольная, на самом деле, графика прикольная. То есть сейчас текст я записываю после того, как я поиграл. Время игры ни хрена не понятно, сейчас вам быстро объясню. А кто играл в игру Desolate, тот поймет, в чем прикол. То есть есть определенное количество игроков, их 8 или 10, я не помню, уже в катку заходит, в лобби подключается, и все, у вас есть карта. Карта, кстати, на самом деле огромная, я думал, она маленькая, она на самом деле огромная. Куча крафта, куча вещей, куча шмота. Но из всех игроков есть, я так понял, два охотника. То есть два охотника, или как их там по-другому как-то их называют. Есть выжившие, короче, а есть еще какие-то ребята. Вот. И, короче, вы в команде. То есть там есть предатели, есть выжившие. Вы в команде должны открывать всякие штуки, то есть работать сообща, то есть общаться через рацию. Рацию, кстати, нужно вначале скрафтить. Вот, и все это вот все такое социальное, прикольное, графика в игре прикольная. Короче, вы сейчас посмотрите, и я думаю, вам все понравится. Давайте смотреть. Ну такой вот у нас персонаж, ребят. Ну, естественно, он похож на меня. Такая же борода, такой же лысый, шапку. Тут можно шапочку одеть, конечно. Разные шапки, но они, не, по сути, они одинаковые, только цвет разный. Но мы не будем одевать шапку, зачем? Мы единственное, что одели, это очки. Я надеюсь, нам это поможет. Сделали мудряча, хотя можно, наверное... Вот это скорее бы я... Не, наверное, вот это скорее бы я был. Но я хочу таким поиграть. Я хочу прям дрищом поиграть, сейчас посмотрим. Быстрая игра. Опа, я готов. Я готов. Слайм потато. Потато. Это что? Ньюс. Это при-альфа у нас. При-альфа, естественно. Пижама Бейла. Жесть. Лобби вообще огонь. Смотрите, интерактивное лобби. Опа. И можно двигаться. Снег выглядит четенько. Пока я знаю то, что мы можем снежками кидаться. А, ну дальше мы, в принципе, не можем. Let's wait for more people. What? We can wait for more people. Yeah. Alright, cool. I'll cancel my ready. Cancel? Why? Oh, oh come so on. Stop. Вот такие у нас ребята, короче, здесь иностранцы. Да вы за... О, я бы мог что-то на снегу написать. Давайте напишем арте. Okay. First game. Блин, или... Well, if you can't, there's a fix for it in Discord. Напишем чат. In announcements, alright? It's a really big bug that kind of breaks the game, but... Ча... Ёлка мешает. Чат. И сердечко вам, ребят. Оп. Оп. Yeah, you might not have it, you know, but... Это поняли, да? Если игра вам понравится, а вы там, ну, do, лайкните, да, hear, я надеюсь. Oh yeah, good luck, guys, good luck. Let's go, good luck, have fun. Вот, мы нашли наконец-то лобби. Если задание сорвано, кому-то из выживших придется активировать его заново, окей. Что за задание, куда, еще знать не знаю, сейчас посмотрим. Надеюсь, игра будет огонь. Мы загрузились одним из первых, я вижу. Не знаю, это прям, это вообще там при альфа, прям, ну, прям при запуске игры вроде как указывают, что это при альфа. Ну это может быть не точно. О, щет. Что мы делаем? Требуется ремонт. Так, я знаю, нам здесь нужно работать сообща. Изгнанник. А, нет, изгонять мы никого не будем. Так. Так, мы копаем дерево, я так понимаю. Текстовой чат эмоции. Что за эмоции? Обнаружена сильная метель. Окей, ладно. Так. Мы собрали дровишки. Найдите ранцию и отремонтируйте ее.
Рацию мы нашли, но мы не посмотрели, что для этого нужно. Так, окей. А мы можем камни вот здесь фармить? Эти мы не можем фармить, я понял. Столбики ты не можешь взять фармить. Нам, как говорят, нужно работать сообща, типа. Мы лесорубы вообще. Графика мне пипец как нравится. Она выглядит зачетно. Реально зачетно. Так, но есть какие-то челики, которые нас должны... О, камон. Он мне носяру прописал. Ты че, сука, делаешь? Нос мне прописал. Так, у нас показатели... А, у нас есть жизненные показатели. Окей. Это что... Фу, блин, напугал меня. О, я нашел что-то. Только предатели. Вот это что? Цветочки какие-то. А кто у нас предатель? А мы прям видим интерес предателя или что? Короче, не знаю. Делаем, что делают все. Сливаемся с толпой максимально. Главное слиться, я думаю. Это что за дерево? Блин, все там в доме чилят? Может, они меня кинуть хотят? Еще я посмотрю. Это что? Это какие-то ягодки. Сорян, болею. Видите, снег идет в игре, а я прям болею. А, нет, нет, кидаться мы этим не будем. Так, это что? Приготовить. Чувак готовит, я понял. Открыть. Что у нас тут есть? Я пока не буду ничего. А ружье, я могу взять ружье, я всех их убью. Окей. Нам почему-то не говорят. Если задача выполнена, так. Нам не говорят, из чего, чем ремонтировать рацию. Вот это очень странно. Ну ладно, вот он сложил. Если он сложил, я тоже сложу. Он ничего не сложил. Пока все боятся. Пока все боятся. Что я могу приготовить? Использовать печь и верстак, чтобы готовить еду и создать инструменты. Приготовить человечина, водка, господи. Ага, ага. А я могу приготовить уже? Недостаточно. Я... Ну, вот это я могу, да, приготовить? Отлично, отлично. Аптечку. И аптечку я смог приготовить. Хорош, хорош. Ага, ага. Ягоды все фармят, короче. Так, этого мне уже дохватят, да? А что ягоды дают, я не посмотрел. То ли голд возобновляет. О, давай сожрем. Оп. Так, нам нужно делать что-то сообща. Но нам пока не говорят, что именно. О, как он топор сделал? Как он топор сделал? Тоже хочу. Опа, это что такое? Указатель задачи. Использовать. Он... Я помогу ему. А я могу оленье мясо у тебя украсть? А как убрать? Это что? Только предателя. Ты же меня не будешь бить своим топором? Это что? Здесь гризли. Гризли, беги. Беги, гризли за мной бежит. Я могу в него мясом кинуть. Короче, нужно что-то сделать. А, слушай, ящик-то, наверное, для каждого свой. Что я могу тут создать? Топор. Создать. У меня нет ресурсов. Сорян, ребят, за сопливство вот это вот. Тут мы сейчас переложим. Аптеку я не буду ложить. Вдруг она общая все-таки. А где они камни фармили? Интересно, они медведя-то убили? Это что такое? О, я могу уйти куда-то?
Я что-то нашел. Мы должны одновременно это сделать, я понял. Ты убил медведя, дядь? Нам нужен еще чувак. Нам нужен еще чувак. Так, блин, ну визуально игра очень крутая. Очень напоминает, знаете, что? Я просто не знаю, играли вы или нет. Альбион очень напоминает. Блин, без топора рубить деревья, это пипец. Я могу собрать как-то эти... Во. Будем жесткими. Будем жесткими, будем фармить вот это вот таким вот образом. Жесть, как он себе кулаки не разбивает. Не разбивает же? Не, не разбивает, смотри. Так, отлично. Мы сделаем себе топор. Это как минимум уже хорошо. А я не могу все собрать? О. Будем жадными, пока никто не видит. Имеет смысл сильно? Да, имеет, смотри, смысл сильно бить. А, ну все, все. Ну нет, нет. Нет, ладно, все. Жадничать это плохо. Они открыли и убили медведя здесь. Лол, что? Ну-ка, открыть. Чей это топор? А здесь что? Вы что, все уже забрали, что ли? Нет. Давайте оленя хоть жахну. Они будут сопротивляться, интересно? Они сопротивляются. Так, окей, окей. Предатели скоро... Блин, тут еще предатели есть, типа. А мы получим посылку, интересно, хоть когда-нибудь? Мне вот прям интересно. Вот иди, дядь, дай посмотрю, что я могу создать. Серп. Серп могу создать, капкан. Электронный лом, механические детали. Синий радиоприем. А как я вот должен узнать? Вот здесь нет табуляции, нет ничего, я не знаю, на какой частоте они все пользуются. Красные. Они все в красном. Винтовка. Давайте сделаем синий. А, подожди, нам нужно вот это сначала создать. Так, а нам две нужно создать еще. Почему недостаточно ресурсов-то, не понимаю. Дядь, дай я положу, пожалуйста, свои штуки. Что он делает? Ну, музыки в игре, конечно, знатно не хватает. Но я не понимаю, что катка 20 минут будет длиться? Серьезно? Ну, давай сложим вот это сюда. Да я создам, пожалуйста. Спасибо. Создание предмета. Я надеюсь, у них у всех... Опа. Hello, hello. Мы свое забираем, конечно. Блин, ну эти не будем забирать. Ладно, просто с аптечкой будем ходить. На всякий пожарный. Ох, тут жесть какая творится. Guys, guys. Do you hear me? Так, они мне не... I can hear. О, окей, окей. My English so bad, but... I can try listening to you, okay? Текстовой чат. Никто ничего не пишет, окей. Guys. Ой, залагало. Guys.
Ага. Не отправляется. Не отправляется. Текстовой чат не работает. Они все что-то делают, все что-то делают. Я надеюсь, я не потеряюсь тут один. Ага, мы еще и мерзнем, лол, что? Ну, нормально, с топором дело пол... Жесть, как... А, все. Короче, что за жанр той игры в итоге? Выживач? Выживач, но в команде. Мэн, мэн. Дуд. О, это шо? Это шо? Ну, карта маленькая, я бы сказал. В чем прикол, я не знаю, конечно. Нам холодно, и нам бы пожрать что-нибудь, я не знаю, мы можем? We need two people and open this bar. Еще дерево. Come here, my friend. Ой, мне холодно, жесть просто. Нужно типа согреться, нам. Да. Согревайся, дядь, быстрей. Куда они все делись? Они создали рацию, блин, для этих дурачков. Сейчас я согреюсь полностью. А как показывать эмоции? Или он... Так, эмоции не работают, я так понимаю, да? Как и чат. А, не, он работает над головой. О, господи. Стример-то совсем ослеп. Дуд-дуд. Come on, guys. О, олень, лося. Херак тебе, блядь, херак тебе. Чего? Ладно, лосиху тогда. Нельзя ее убить? Ага. Очень интересно. Тут тоже ничего нет. Тут тоже ничего нет. Мне знаешь, что интересно? Чат. Они что, бросили меня или что? Ну вот один чувак здесь бегал, остальные где бегают? Карта не открывается, ничего не открывается. Boaz is the killer. Boaz is the killer. What? Boaz is the killer. It's traitor, it's the traitor. It's killing. Это шо? Эски... А. Man, man. What this shit? We can escape? Look at this. What is it? Я
Я не понимаю, они меня то ли слышат, то ли нет, либо я ужасно говорю на английском, что они просто ни хера не понимают. Так. Кучу всего тут накидали, ребята. Ну, я принес еще дровишек. Мне пожрать что-нибудь приготовить надо. Что мне нужно нафармить? Мясо животных, ягод. А, ну смотри, ягоды. Осталось 4 выживших. Где мы? А, вот ягоды. Не мои, конечно. Но ничего страшного, я думаю. Выживать-то нужно. Только я все равно не понял. Я мог засейвиться и заэскипиться или что? Так, подожди. Найдите рацию и отремонтируйте ее. Ну, рация у нас прямо здесь лежит, типа. Вот, прям что ни на есть здесь. Или мы ее уже починили, что ли, или что? Вообще странность какая-то. Ну, это такой прям первый взгляд, конечно, на игру, но я еще ни черта не понимаю. Вот наша локация, да. Нас кто-то остановить должен или что? Нужно было залезть в капсулу и эскейп и посмотреть, что это, правильно? Как я теперь буду знать, что там было? Питаемся мы либо ягодами, либо мясом животных. Но животные почему-то больше не убиваются. Либо они убиваются только рукой, надо попробовать. Графика в игре... В игре очень крутая. What are you doing? Он мне... Ты жирный. Help me, guys, help me. Kill him, kill him. What the fuck? He shoot me. Come on. Какой? Сука. Я не понял, они то ли появляются тут? Hey, welcome to the club, buddy. What the fuck? You space bar if you want to speak. It's first game, guys. You think he's gonna kill anyone else? He's probably gonna slaughter everyone. Yeah, can't you just kill everyone and do everything on your own? No, because obviously certain things need like people to do multiple switches. And we now wait or what? Need wait, guys. Короче, я так понимаю, это знаете на что похоже игра? На Desolate похоже. Ну все, убивайте ее. Почему они ее не убивают? Let's go inside. He's alone. He's just stuck by himself. The rest of the guys don't even have a mic. Kill him. Kill, 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 kill. Oh, they are. He's gonna be suspicious of everyone. Ну, если это Габала Гейминг, короче. Я понял. Короче, появляются выжившие. Ну, я так понимаю, что это как Desolate. Типа, появляются выжившие. И двое из них являются охотниками. Вот этими. He's either gonna turn on everyone or just die.
I don't think he's happy. Lol, the traitors can open this box. This box over here, only traitors can open. He so killed if you him. Are a traitor, you can try to open this box, but don't show that you are open because survivors can see you opening and then they know it's you. Oh. Be careful by opening this top box. Oh. Okay, but just now, in this room, there was three people inside. These ones are supply boxes. Not just yes, yes. Guys, only one this winner? One only for traitors, these ones. Okay, I see. Guys, only one winner? Where did he go? Dude, I can't find him. Where is he? Probably not. Where did he go? Guys. Oh, there he is. He's watching him crawl. Guys. Only one winner. Oh my God, he's gonna kill him as well. Where is he? Я не понимаю, я говорю с ним или нет. Guys, are you hear me? He's a killer. Oh, hello. Welcome. Guys. Only one winner. Where is he? Oh, fuck. He's a single killer. Look at that. He's literally killed everyone. How many people he killed? Так, теперь он должен найти последнего, я так понимаю. А вот эти вот штуки, они как раз для вот этих вот чуваков. Я запарился у них выпрашивать, блин, вопросы вот эти вот. Ну ни хрена, мой труп. He doesn't know how to get to home. He's gonna die in Blizzard if he doesn't find the base camp. Oh, he's found it. Where is he? No, is he northwest? Yeah, northeast is oh, where we need to be, for the repair. But I found it, but obviously you guys killed me before. То есть вы поняли, да? Кто играл в Dizelay, тот знает. То есть смотрите, есть два охотника, остались все жертвы. Но только жертвы... Ой, только охотники знают, что они охотники. Жертвы, если знают, кто охотник. И получается you. Так, you что вы... Господи, получается... My luck. Получается, что вы все работаете вместе, а в итоге вас эти херачат. Ну, мы могли, видели, я толстого-то завалил, мы могли выиграть. Короче, такая вот игрулька, ребят, я вам показал ее просто так, чтобы вы там, ну, знали, просто в курсе. Вот такая вот новая игрулька у нас в закрытом бета-тесте. А, не, она в открытом, по-моему, она в закрытом, нужно ключ получить. Ключ можно у разработчиков вроде как получить, специальную форму заполнить и поиграть. Графика огонь, правила прикольные, но пока русских серваков не будет, будет немножко некомфортно вот с такими чуваками играть, если вы английский так же знаете херово, как я. He's trying to craft metal scraps, probably, to be able to go repair. Ну, то есть тут куча крафта, типа, я так понимаю, можно ловить. Пушки всякие крафтить и все такое. Вот. Ну, короче, прикольно, прикольно. Почему попробовать можно? А я вот вам показал, если вам понравится план He's такого плана игры. То есть, если у вас есть, блин, куча друзей, с которыми можно сыграть толпучкой. Типа толпучкой можно сыграть, и вообще огонь получится, вообще огонь. Так что давайте, ребята. Хорош там, короче, если вам понравилось, поставьте лайк, как обычно. Если вы все поняли, что они говорят, тоже ставьте лайк. И все.